Раз, два, три. Больше шума! Это была первая композиция. Воу-воу-воу-воу! Дальше будет еще жестче. Я знаю, здесь есть представители фанка. Да? Есть... Да, пусть будут. Ну, есть такой танец, я так полагаю. Поэтому следующая композиция, друзья. Разгоняемся, друзья, разгоняемся. Сейчас будет мясо. Сейчас будет... Саня, я просто даю тебе возможность передохнуть, потому что я знаю, что такое битбокс. Друзья, битбокс — это когда все время выдуваешь из себя воздух и практически не успеваешь его вдыхать, понимаете? Поэтому иногда может закружиться голова. Саша передохнул, громче в зале! Друзья, специально для вас и для наших друзей заведем этот зал. Микрофоны погромче. Поехали. Check, baby, check, check, rewind, come on. Вам нравится? Мне с вами тоже очень нравится. Art People, вы со мной? Еще последняя композиция. Можно? Хорошо. Нужно, Саня, нужно. Все. А есть Нюша? Нюша? В твоем репертуаре? Нюша. Я просто так спросил. Ну это такое. Это не хип-хоп. Поэтому я просто так спросил. Поэтому я сделаю drum and bass, друзья. Знаете, что такое drum and bass? Ну такие барабанчики. Раз, два, три, четыре. Art People, хип-хоп движение, вы лучшие.